Ліки, продукти, одяг та речі першої необхідності. На Рішельєвській, 18, працює центр допомоги постраждалим від війни. Тут приймають біженців з зони активних бойових дій, а також допомагають пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям та людям, що втратили роботу. Тільки за останній тиждень до центру звернулося більше 500 осіб. Это Мариуполь, Херсон, Херсонская область, Ирпень, уже Киев, Харьков, кто на Волноваха у нас есть. Ну, то есть приезжают семьями целыми, и мы их обеспечиваем продуктами питания. Гигиена детская, взрослая, памперсы, детское питание, если нужна коляска. Есть уже девочки, которые вот-вот необходимо рожать, мы их определяем в роддома. То есть мы оказываем такой, стараемся оказать такой полноценный, полный спектр услуг, которые они требуют. Были уже несколько запросов на психологическую помощь. Мы предлагаем юридическую помощь, если люди приехали без документов. Такое тоже случается. Людей очень много отзывается одесситов. Вы знаете, я еще раз убедилась, мы все дружно убедились, что одесситы такие гостеприимные, хлебосольные. Дальше. У нас город, основная поставка продуктов питания, гигиены, детского питания – это от городского гуманитарного склада. То есть мы в связке с мэрией работаем, и мэрия нам поставляет. Основные поставки – это от них. Окрім одеситів, які охоче приєднуються до волонтерського центру, прагнуть допомагати і ті, кому довелося тікати з гарячих точок. Люди з Харківської, Миколаївської, Херсонської та Донецької областей на рівні з містянами щоденно приймають десятки біженців, аби вони якнайшвидше змогли пристосуватися до нового життя. Приехали, хотелось кому-то чем-то помочь, я осталась без работы. Работу найти здесь тоже невозможно, поэтому хотелось помочь людям и пошла в центр узнать. Оставила свой номер телефона, мне ребята позвонили. Я пришла помогать. Ну, теперь мы с мужем помогаем, у меня муж здесь тоже. Мы уехали 15 марта, уже было мы с мужем живем в Соляных, это окраины городов, мама моя тоже, мы уехали с мамой, с дочкой, с собачкой, в общем. Везде были именно боевые, да, попадались снаряды, было очень, муж у меня вообще перепрыгивал через забор, это было ужасно, и мы тянули до последнего, и в последний момент он уже позвонил и говорит, все, мы уезжаем. В пунктах видачі гуманітарної допомоги можна отримати продуктові набори, одяг, дитячі іграшки, гігієнічні товари та ліки. Щодня до організації надходять дедалі більше пропозицій від небайдужих одеситів, які готові допомагати. Гуманітарний центр працює щодня з 9 ранку до 17:00. Волонтери закликають усіх городян не залишатися осторонь. Центру потрібен посуд, продукти та дитяче харчування.